Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня снова сели на проекте Blazing Holy Play. Давненько меня не было, я отсутствовал 17 дней, я отдыхал, как бы был в деревне, поэтому я отдохнул, вернулся, поэтому обратно буду снимать для вас видосики. Ну а сегодня я хочу снять с Финки деньги, получается, это примерно там 3 миллиона с чем-то, и мы поедем играть в казино. То есть меня не было 17 дней, я снимаю Финка, которая закапала за это время, и мы идем в казино, и постараемся поднять немножко баблишка. Я не знаю, получится нас или нет, но видео будет интересное. Также большое спасибо всем, кто вводит мой промокод. Пишите MM, потом 7-й пункт промокод. Указать друга ютубера и вводите промокод KirillGameCapsom. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому обязательно вводите мой промокод. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что вы мне помогаете. Ну и в принципе сами неплохо так зарабатываете. Честно, пацаны, очень сильно отвык. Я вот буквально приехал полчаса назад, зашел в игру. Очень сильно отвык от игры, вообще от компьютера. Ну реально очень сильно непривычно, потому что в деревне как бы там есть компьютер, но в принципе там нет интернета, поэтому он мне вообще не нужен, компьютер был. То есть я реально очень сильно отвык. Вот такое чувство, знаете, когда там 2 недели, даже больше, чем посидел за компом, и ты такой садишься в первый час, такой, блядь, как будто первый раз играешь, типа, что нажимать, что делать там и так далее. Как бы у меня оружейка в Арзамасе, поэтому показывать я не буду. Мы сейчас сразу поедем в банк, снимем ловешечку. Я сейчас вам покажу финку за месяц, потому что я не знаю, сколько там за июнь накапало. Как бы сейчас у нас уже 1 июля, пацаны, на минуточку. То есть уже второй месяц лета. На балансе бизнеса 3 миллиона 300 тысяч. Прибыль за сегодня 200 тысяч. Давайте посмотрим финку за месяц. Финка за месяц, в принципе, вот такая вот бывала лям. Вот. Можете сами видеть, то есть, как бы, бизнес довольно-таки неплохой, просто из-за того, что здесь очень дорого стоят продукты, как бы, сама статистика очень нестабильная, потому что, видите, постоянно много продуктов завозят, вот, 18 тысяч продуктов сейчас у меня вообще на бизнесе. Сейчас мы берем, снимаем эти деньги, все просто до копеечки, которые там есть, попробуем поднять бабок. Я не любитель казино, но я хочу попробовать чисто ради контента поиграть в казино. Все, я снял полностью все деньги, которые были на счету бизнеса, до последнего рублика, просто сразу же залетаем в казино. Казино, и попробуем с кем-то, в принципе, сыграть на крупные ставочки. Я без гачей, если что, пацаны. Я, короче, сейчас будем играть. Киря, пошли 8-5. У меня нету 8-5. Пожать вам руку. Окей, без проблем. No problem. Так, а сколько у кого здесь вообще? Пацаночки тут со мной здороваются. Так, а что у него, ляма нету? А, это я 62-му кинул. Давайте 142, 500 тысяч. Ничья. На 500 тысяч, пацаны, ничья. Опа, плюс лямтик. Салам алейкум. Опа, Кири 1кк забрал. Видос плюс. Так, 2 ляма у меня кидает, да? Проебал. Ля ты крыса, сука. Так и знал. 2 ляма у меня забрал. Ну это, пацаны, хуйня была, конечно. Опа, 2 ляма забрал обратно. Ну бля, пацаны, я так не люблю это казино. Это пиздец. Это такая залупа просто, пацаны. Это такая просто херня. На 4 миллиона. Бля, на 4 миллиона, пацаны. Пизда просто. Пизда. Ебать, вот это пизда, пацаны, просто. Такая пизда. Просто ва-банк сыграл и все проебал. Я в ахуе, пацаны, я просто в ахуе. Пиздец, пацаны, просто 4 ляма так сходу проебать, понимаете, ну. Я даже глаза закрыл, я надеялся то, что я выиграю, понимаете, ну. Я надеялся до последнего, то, что сейчас не повезет. Думаю, блядь, 4 ляма, ва-банк, была не была. И просто на тебе, я все проебал, понимаете. Я, конечно, в шоке просто, я просто в шоке, пацаны, от того, что такое все-таки бывает. Так, ладно, придется тогда с промокода бабки снимать, что делать. С промокода берем просто вот так вот, опа, 5 лямов, бах. И все. И все, и все есть, пацаны. Не было денег, а теперь есть. Ну ладно, это похуй, в принципе. Мне похуй на эти верты, то, что я проебал, типа, с бизнеса. Ну, честно, вообще похуй. Потому что, ну, это всего лишь игра, поэтому переживать нету смысла. Я хотел записать контент, я его записал. Правда, у нас Фома немножко уже по онлайну, конечно, просела, но я думаю, ничего страшного, мы эту ситуацию исправим. Как бы я вернулся домой, поэтому сейчас буду активно обратно развивать Фому. Буду наборы каждый день делать, буду чистить Фому там и так далее. Поэтому можете, в принципе, к нам приходить. Я вот только не понял, почему уже 1 июля до сих пор нету никакого. Такой обновы, как бы, должны регионы там добавить, еще что-то, вроде бы как, я видел, поэтому я уже жду, пока добавят обнову, еще должны обменник добавить. Так, вот, типа, обменять, у нас уже 2000 ваучеров, то есть это будет 20 лямов, понимаете? То есть эту функцию еще не добавили, поэтому я жду, пока ее добавят, чтобы можно было ваучеры поменять на бабки, потому что я не вижу смысла тачки покупать, то есть я бы мог бы это сделать. Мы можем купить Chevrolet Corvette, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW M8, то есть мы можем купить, ну, реально, пиздатые тачки,
кому, но я, в принципе, не вижу смысла это делать, потому что, как бы, машина — это средство передвижения, ее просто берут, понимаете, доезжают, куда им нужно, и бросают, то есть смысла там покупать Rolls-Royce я пока что не вижу, возможно, в будущем я это сделаю. То есть я вот уехал на 17 дней, и за эти 17 дней у меня ушло 7 миллионов чисто на ФОМУ. Вот чисто на ФОМУ, чтобы она не слетела, понимаете, поэтому вот, в принципе, как-то так.